В будущем году в рамках инициированного президентом федерального проекта формирования современной городской среды в Верхней Волжье будет благоустроено 65 общественных территорий в 37 муниципалитетах. Их перечень и средства на реализацию уже утверждены региональным правительством. Подробности далее. Перечни объектов, которые будут благоустроены в 2024 году, 19 территорий. Их определили жители Верхневолжья в ходе рейтингового голосования, которое проводил с 15 апреля по 31 мая этого года. За преображение городов региона свои голоса тогда отдали более 67 тысяч человек. Так в Бежецке благоустроят территорию кинотеатра «Юбилейный», в Вышнем Волочке – парк «Острова». В Твери начнут ремонтировать вторую очередь улицы Трехсвятской. За благоустройство в 2024 году улицы Трехсвятской, а именно участка от бульвара Радищева до улицы Лидии Базановой, проголосовали свыше 5000 жителей Твери. Поэтому можно сказать, что центральная улица города одержала безоговорочную победу. Таким же способом онлайн-голосованием выбирали объекты для благоустройства в рамках проекта «Комфортная городская среда» и жители других муниципалитетов Верхневолжья. В общей сложности в 2024 году предполагается реализовать проекты благоустройства 15 дворовых территорий и 50 общественных пространств. Это 14 улиц, 11 площадей, 8 парков, 8 скверов, 6 набережных, 2 площадки, 1 мемориал. На реализацию проектов предусмотрено 323 миллиона рублей из федерального бюджета. 65 объектов, которые будут в работе находиться, уже с 20 декабря текущего года будут проведены основные ключевые процедуры. Готовность к работе должна быть уже в марте 2024 года. И планируем, что это двухлетняя работа, которая будет максимально ускорена по реализации, потому что всегда любая комфортная городская среда – это не только хорошие результаты, но и определенные неудобства, которые необходимо пройти. Важно не затягивать эту работу. Кроме того, в следующем году в Тверской области начнется реализация проектов победителей 8-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объекты будут благоустроены в Торжке, Удомле, Бежецке. За время проведения конкурса Тверская область стала одним из регионов-лидеров России по числу отобранных заявок. Всего с 2018 года поддержку получили 15 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах Верхневолжья.